Думала, что я уже выйду сюда в сторис. У нас не было 2 месяца. Историй много у нас. Расскажу чуть позже, что происходило, кто нас потерял. Сейчас хочу поблагодарить Дениса, который мне помог вернуть мой аккаунт, которому 10 лет, который я очень люблю. И если у вас такая же ситуация, или вы боитесь, что у вас такая может повториться, сохраните номер Дениса. Я оставлю его телеграм, потому что он реально поможет. Это вот даже без сомнений. Так что это прям реально профессионал своего дела. Так что если вы в такой же ситуации, как и я, или боитесь в ней оказаться, лучше сохраните контакт.